телеграм-канале Октябрьского района Самары рассказывают о проекте «Единство». 5 домов по улице Печорская, 25, 27, 29 и улица Корабельная, 10 и 12, объединило общее желание благоустроить придомовую территорию. 17 мая прошло собрание жителей совместно с сотрудниками районной администрации по вопросам участия в губернаторском проекте «Содействие» в государственной программе Самарской области. Следующий шаг – на общем собрании собственников многоквартирных домов собрать 2/3 голосов за благоустройство. Дизайн-проект «Единство» находится на стадии разработки. Департамент транспорта в телеграм-канале сообщает, что в связи с проведением мероприятий по велоспорту будет временно ограничено движение по улице Арена 2018 от проезда номер 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин хутор, по проезду номер 2 по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров в периоды, указанные на экране. Просьба выбирать маршруты следования заранее. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки рассказывает о сайте «Усыновите.ру». Вот уже 17 лет он помогает детям обрести новый дом, а опекунам – родительское счастье. За время работы сайта количество анкет в банке данных детей-сирот сократилось более чем на 100 тысяч. Недавно сайт объявил об открытии ресурсного центра «Усыновите.ру», в рамках которого будут работать группы с ведущими экспертами в области психологии, педагогики, медиации, права, направленные на помощь замещающим родителям в разрешении различных вопросов, связанных с приемными детьми. Встречи будут проходить в закрытых группах по конкретным направлениям.